Привет, земляне! С вами Лиан Лоб. И мы в нападении. И это круто. Спасибо. Чё как? Сия. Здравствуй. Твоя... Не понимаю тебя. Прошу. Здравствуй. Здравствуй. Чё как? Чё как? Я могу не такой. Я хочу зайти в эту кафешку, она такая миленькая. Ай-яй-яй. Ну я разочек по ней прям попал. Давай, давай, сделай это. Чувак с смешной прической. Давай, поставил. Раз 4 на 4. Она немножко косаная и не может себя подлечить. Следовательно, она легкая добыча. Вы справитесь. Давай, я ее покосал специально для вас. А, исцеляет она. Ну конечно, молодец. Ой-ой-ой, не ходи туда. Вот онка. И это то, что я покрочил. А-та-та. Мы продули первый раунд в большой катке. Чё-то я не понимаю. На Сомен. Да, там опять обновление пришло. Походу, ты давно не обновлял. Да, похоже, да. Я здесь вижу свои. Вот это возьму, вот это. И могу позволить себе вот это. Из. Пойду первым. Спасибо. Точка 3Б. Тихо. Точка 34. Точка 33. Тихо. Ну ладно, не получилось. Хотел сказать. Нужно лечение. 1, 3. Подлечите. Вижу врага. Ну зашибись, вообще вы придумали. За оружие-то хоть было там. И кто тебя завалил, можно узнать? А, вот оно откуда было. Вот так вот оно, да? Сбоку ко мне зашло. Отшельно. Ну ладно, нормальненько. Со всех сторон щелкает. Ой. Ой, да, ты тоже так можешь. Пачка у кого? У тебя пачка. Опа, молодец. Это она меня как крыса выбила. Прикольно. Это Сайбер. Он умеет камеру кидать, да, и смотреть, что там происходит. Один в два. Сделает он это или не сделает? Он на стопчик может и сделать. 30 секунд. Тут нет никого. Камеру нельзя забрать и здесь заново кинуть. Ты знаешь точно, что она там. И это поражение 2-0. Блин, ребят, ну-ка давайте соберемся. Поздно заметил. Да. Камера вырубилась. Кажется, я опять обновляю свою дивизию. Так, я могу крученную подачу, вот это. И без щита. Нет. Щит и вот этот автомат. Это то, что мне нужно сейчас. И я пойду через шонг, через шорт на Б. Мы все туда, походу, пошли, да? Возьмем горячий глаз. И сейчас покажем их. И унизим их, если повезет. Ха-ха-ха. Вот это хорошо было. Опаньки, это моя. И... Я подлечился, все хорошо. Остался один враг. Отличненько, остался один. А, кстати, с этим автоматом не смогла против моей дешевки устоять, прикинь. Ох, значит, скорострелочка.
Так, я понял. И мы победили. Да, мы реально сделали красиво. Вот так вот. Разведданные наше преимущество. Теперь я могу позволить себе щит и еще одну крученную подачу. Видишь, 2-1 уже не так уж и плохо. Леона Лоба, только для тебя. Играет в Valorant. Уф, это будет долгая карточка, я чувствую. Так, а вы зря разбежались по разным флангам, это очень плохо. Бегите. Давай, высовывайся. Опа! Осторожно! Сейчас рванет! Да, остался один брат. Не сильно я на это особо не знаю, что это, наверняка что-то очень прикольное. Спайк у меня! Спайк у меня. Да, мы победили, но спайк-то у меня. Я хочу его поставить. Дайте мне его поставить. Все посмеют. Не дали. Трудолюбием немцев. Хо-хо-хо. А сами... Ваше, да, снаряжение наше ты сделал. Какая молодец. Давай, бежим, бежим вперед. Отлично. Но можно было использовать тарелку, я бы не расстроился. Хотя, ладно. Я просто сноблю. Сноб я. Ага. Я снаботан. Снаботон. Поднапряжемся. Поднапряжемся. Давайте, ребятки, давайте. Класс. Отличненько. Жалко, это не мой был код. Даже не против, я это возьму, да? Это мое. Больше не встать. Это тоже мое. Осторожно. Если что, я здесь. Блин. Сейчас бы заюзать эту штуку. Да, я не попал по нему. Не попал. Остался один враг. Давай, давай, да, 3-2, отличненько, отличненько, отличная победа, это и вот с этим и пойдем. У всех все есть, какие вы молодцы, ребятки, какие вы молодцы. Какао, какао, ко-ко-ко. Какао, каково, кво, 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 е, какао, каково, кво, 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 какао, каково, кво, 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 кво. Бегите! Осторожно! Ничего не вижу. Да ладно, подбил меня. Я по нему, кстати, тоже попал. 105 нехило. Надеюсь, она не подлечилась. Она не подлечилась. Отличненько. 2 в 3. Играем дальше. Ты, конечно, это круто придумал. Мы посмотрим. Ну ты посмотри, кто где прячется. Чё ж ты? Вон они. Раз, два, один. И он вон там. Мы. Клетка сработала. Вот там. Да, это победа 4-2. Изи. Изи. Это их усмирит. Так, 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 так. Так, так. Точка 3-1. Спасибо. Точка 3-2. Круто. Мы прям молодцы. И ни от нас этого не отнять. Я кинул Блюмбу, а вы поработаете, окей? Пленных не берем. Хорошо, пленных не берем. Тут в этой игре даже нет такой возможности, если что. Хотя если была бы, я была. Интересно, попал или нет. А! Ну
Ну все, тормозуха. Спайк у меня. Какао, какао. Этот. Пошли за мной. Это-то. Я его хоть нормально вытащил, да? Оп-оп-оп. Остался один враг. Нормально работаем, мы победили. Хе-хе-хе. Мы красавцы, мы красавцы. Щит, две крючонки. И опять на опять два. Хорошо идем. Вот оно, вот оно чё, вот оно. А, давайте вы не будете разбегаться. Не для того мы столько времени потратили, чтобы сделать все красиво. С ним не спрятаться. Эй, товарищ из Германии, вернись к нам ближе. Они падут. Оп-оп-оп. Отлично. Осторожно. Я слышу тебя. Давай, спускайся. Один, два, три, точно должен быть здесь. Нет, он не здесь. Остался один враг. И где же он? Да, блин, даже не дали пострелять. Но я исправлю это таким образом. Друзья, помните, что я... Да, ты скала. А, кстати, я кого-то даже попал, нормально все. Теперь мы все сюда. Эй, скала, которая всегда рядом. Давай, не забывай свой. О, это мое. Да-да-да. Я вместе. Пойду вот сюда. Вместе! Ага. Опа, ты красиво сделала. Ну ладно, окей. Осторожно! Ставлю турель. Да ладно, я же ее первый увидел и первый попал по ноге. Как так-то, а? Ну ладно, меня слили. Обидненько, кстати. Вот это было крайне обидно. Итак, у нас поставили забор. Установили спайк на А, хотя заходили на Б вроде как. О, у тебя неудобное оружие. Это их? Это их. Это она кинула. Кинула гранату, молодец. Опаньки, тормозушки. Так, ты не интересен, ты интересен. Я прослушку ползетесь. Зачем вы разбегаетесь? Это же плохо. Сейчас ее завалят. Нет, не завалит. Бум. Это прям было. Опа. А что вы здесь двое делали? Вы вообще решили не париться? Глумились со своим тельцем, что ли, там? Извращуги. Так, пачка не у меня. Погнали. 7-2, вам не кажется, что счет очень-очень хороший? Мне кажется, очень хороший. Пошли! Все, как я люблю. Мне нужно благодарю. Так.
Прыгай сюда. Ага, отличненько. Так, топаем. Где бы то ни было, тебя найду. Да ладно, с пулемет, вы видели ее? Остался один игрок. Блин. Она там с пулеметом засела. Чего сюда вообще пришли? Вот там второй. Та-та, пулеметом нас раскидала. Времени мало прошло, и мы проиграли 7-3. Ну что ж, 60-й раунд, 7-3. Все немножко не так весело, как могло бы быть. Я испачкался в шоколад. Настоящий шоколад. Альпийский. Горная свежесть, все дела. Та-та-та-та-та-та-та. Подобрала, молодец. О, мне стоит кого-нибудь завалить, я смогу делать. Погнали! Вы готовы? Я первый. Вы не против? Я типа слепану. Сейчас рванет! Так. Я помогу. Осторожно. А. Тебе еще нужно исполнить свой долг. Да, детка, это мое. Вот. Все, погнали! Рву на битах, времени очень мало. Не успел никого увидеть, и это печально. Хорошо, что вы меня поохраняли, это очень было мило с вашей стороны. Остался один враг. Так. Ага, все, тебя спалили, чувак. Ставлю. Нет заряда. Спайк у меня. Опа! Отличная пушка. Че? До смены сторон один раунд. Не экономьте. Тратьте все, пока не пропало. Бей, вот это, вот это. Если что-то нужно, говорите. Ладно, возьму чужую пушку. Обычно мне чужими пушками не очень везет, так что заранее прошу прощения, если все будет хуже, чем вы рассчитывали. Ну что ж, приступаем. Так, у них не готово. А-та-та! Ха-ха-ха! Бегите! Это их Оман, да? Блин, что-то вы как-то это... Они попадут. Прям крою право. Их осталось только трое. Я неплохо раскрыл. Их осталось двое. Времени все меньше. Прочь с дороги! Похоже, у них ульта. Ага, один там ушел. Довольно далеко. Да ладно, но мы все равно выиграли. Два моих и наша победа. Отлично, 9-3. У-ху. Осталось еще немного, и все будет замечательно. Смена сторон. Там оказался, я не понимаю. Не, знаете что, я, наверное, возьму вот этот пистолет, вот это.
Наверное, минус вот это, плюс вот это. Да, так, наверное, будет лучше. 2 на Б, 2 на... Я беру в расчет, что они пойдут через Б. И я беру в расчет, что они пойдут отсюда. Есть варик, что все будет хорошо, если мы нормально сработаем. Не отставайте! Ага, не отставайте. Да ладно, 2-2-2, вы видели где? Но они пошли через шорт. Через шорт на Б. Вот это ты молодец. Хорошо подлечилась. О, двое. Двое на Б. А-то один остался, он ходит фиг пойми где. Ну это Б. Это они молодцы. Печенька. Кушайте печеньки. Умри. Возьми. Нет. Что ж ты делаешь, человек? Не так нужно было брать. 9-4. Если умру, не горите. Была рада поделиться. Так. Вот это. Вот это. И погнали. Я пойду в банк. В горячую линию. Что все было чики-пуки. Мы непоколебимы. Осторожно! Сорян. Один. Че, ты идешь, я за тобой. Я прям за тобой, за тобой. Также по-тихому ухожу. Да, этот мой. Нет смысла уходить. Остался один враг. Так, где же он один враг? Один одинешенек. И это Рейс. Похоже, нужно эти. Один на Б, один на... А пачку увидели вообще, не? Идеально. Да, ее заделали. Уп-уп-уп. Надеюсь, у тебя хорошее оружие, я его возьму. Его нет. Здесь я и сама справлюсь. Так, Петро, теперь я могу набрать этого добра. И погнать дальше. Осторожно! Ладно, она взяла пулемет, и я взял на него, как идиот, выбежал. Печаленько. Так, нормально, нормально, они здесь пойдут. Ты здесь что делаешь, непонятно. И ты сделал это очень зря. Походу, это будет 10-5. 3 в 5. О, 3 в 4. Еще разочек, давай. Чувак, давай, давай, давай. Они падут. Да это было не стрёмно. Это было... Крокодилы, бегемоты. Это наша турель. Спайк установлен. Отличненько. Осталось всего два. Сзади, сзади, сзади. Ну, ладно. И добили тебя гриной. Ну, такое тоже бывает.
Напоминаю, Лиана Лоб с тобой и... Да, что взять? Возьму автомат. Пойду через Б, через шорт. Не буду делать все, погнали, иначе перекрою выход своей тетке. А нам бы так, чтобы расположиться, да. Да как так-то? Опять 25, а? Ноль попаданий, ноль. Отлично. Ну, да. Тебе бы... Отличненько. Вас осталось двое, вас осталось трое. Спайк установлен. У нас типа спайк установлен. Да, один в три. Он не сыграет один в три. И где же он? А-та-та! Вот это победа! 10-5. Да, 11-5. Отлично. Вот это счет, вот это я понимаю. Так, Б, вот это. Я не могу взять. Я хочу вот это. А мне не купили. Ну, знаете что? Я так-то круче, чем она. Я типа обиделся. Иди поставь. Туннель на месте. Вот сюда вот кину. Осторожно! Да ладно тебе, так запутаться в своих ногах, а? У меня еще иксы были. Это летающая тетка. Ты что, не видела? Как так играть можно? Мы не разберемся. Посмотрим, кто где прячется. Да-да-да. Клетка сработала. Отличненько. Интересно, где пачка? Да, это мой мир. Это походу Б. В. Так, так, так. Сможет ли он затащить один в три или не сможет? Вот в чем вопрос. Клетка сработала. Зашибись. Тебе бы уходить, ты сейчас сдохнешь. Еще одного давай. И давай дефьюз. Это не проблема. И смотри, она сейчас прибежит, она сейчас успеет. Но тебе деваться некуда, либо так, либо не так. Да, все равно не успел, но ты был хорош. Ты был хорош, моя тебе похвала. Моя сила не Звездочка 3. Просите о помощи и получите ее. Это если бы вы мне дали нормальный аппарат. А вы же мне его не дали. I can solos. Мне кажется, кто-то зазнался. Да ладно! Она же не должна была меня видеть. Возьми. Не должна. Я помогу. Турель на месте. О! Завали кого-нибудь, я воскреси меня. А там внизу лежу. Я прям там, вон там прям лежу. Остался один враг. Ну, кажется, это наша катка, и ты можешь даже не воскрешать особо. Это-то, да, слушай, 12, победушка. Ну чё, матчпоинт?
матчпоинт. Да, матчпоинт. Обрести вечный покой. Поможем им обрести вечный. Если что, то я через этот пойду. Ту-ту-ту-ту. Я рядом, бро. Я этого не говорил. Класс. Вот это я сказал. Вижу врага. Вижу врага. Как я это сделал, не знаю. Осторожно. Надо понимать. Ты убьешь моих союзников. Auf Wiedersehen. Блин, это опасно, они походу прошли. Спайк установлен. Остался один враг. И надо дефьюзить. Это будет моя победа. Я прям хорош. Слушай, одного, второго, третьего. Ху-ху. Я прям крут. Победа да. За счет. Ха-ха-ха. Леона Лоб. Короче, мы продолжаем. Леона Лоб с тобой дальше. Мы сейчас с ним поздороваемся. Возьмем красивый ствол. И привет. Пойдем на Б. Привет. Привет. Тихо. Я закрыл им рот. Блин, знаешь что, наверное, возьму легкий щит и это, и буду надеяться, что так уже будет иду. Гораздо лучше. Ну и чё? Еще 6 секунд ждать. Давай. Давай, давай. Ослеплю их. Ограничу обзор. Блин, просто так просрал обе штучки. Вижу, так, это был не я. Спайк тут. Спайк тут. Ой-ой-ой, у нее пистолет, скорострелочка был. Вы слишком аккуратные, ребята. Вы слишком аккуратные. Так у нас ничего не получится. Тю-ру-ту-ту-ту. Спайк установлен. Блин, на 104 я повредил. Чекай право всегда. Ты слышал, где она? Выше целься. Слева. Слева вниз. Слева! Что ж ты делаешь, та человек? Веду разведку. Остался. Разведчик гребаный. Все, дефьюз, 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 дефьюз. Молодцы. Молоды. Так. Молодцы. Это было что-то важное? И теперь на международном языке скажу им. Снесем их. Впечатляет. Типа вы молодцы, чтоб пацаны радовались жизни. В прошлый раз Рейс скинула гранаты, и мне ничего не удалось. Поэтому предлагаю немножко подождать для начала. Чё, я пошел дальше. Ограничу обзор. По этим пока. Да что ж с вами делать, да, человеки? Видно, что там нету обретений. А по факту их оказалось больше. А, патроны кончились, прикинь. Один в один вообще прям разыгрался. Возьми точку черную. Чё ты какой-то... Вот, вот молодец, да еще и с пулемета. Сова опустила штучку. Тут нет никого.
вот она, и вторая там где-то рядом тоже ходит. Ты сейчас найдешь, нет, не ты, где ты, вот он, вот он, вот он, и еще, 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 отличная победа. Красавчик этот чувак вообще. Да, обогнал меня. Ну, он даже скинчик купил, видимо, добрался. Ну да, у него, видимо, есть деньги на то, чтобы это делать. Я не собираю с моих подписчиков донаты, я считаю... Ничего не знаю. Теперь у меня крутой пулемет. Ты посмотри. Будь у меня перепулемет, я бы тогда всех нахрен раскидал. Ну, ты видел, как я вошел, одну снял, а вторую не смог. Ну, типа патроны кончились. Интересно, это наш? А, у них даже нет такого. Блин, что-то у них один кикнулся. Опаньки. Только ты палишь с полосой. Да, я палюсь, но я лечусь за это. И? Остался один враг. Что-то раскатали, как котят. Мне кажется, они сейчас сдадутся. И смотри, какой у меня пулемет. Пулеметище! О, они больше не выиграли. Что-то я туплю. Надо, наверное, пойти на А сходить. Ой, на Б. А, ты видишь спайк? Все замечательно. А, вот теперь можно и пулеметить. А, и это. Оба-ба-ба-ба. Вот так вот я могу. Че мне? Щит докупить. Ты видел, как я сейчас снес? А выхожу ты... такой, она сидит на меня, смотрит. А как я... ты его взял там? Этот случайно его выкинул? А, он не случайно, просто его выкинул. Он купил себе другой. Это пулемет дешевый. Если смотреть по ценам, то он пулемет стоит что-то две. Mm-hmm. Короче, понятно. Вот этот пулемет легко купить. Mm-hmm. Второй дорогой, этот дешевый. Теперь не налажайте. Вот. И я как только смогу купить себе что-то более крутое, сразу вы этого. Mm-hmm. Они прям здесь, я прям чувствую это. Нет никого. Чё-то нас прям ждали. Мы попали в засаду. Как наивные глупцы. Когда выигрываешь 3-0, сразу теряешь всю фигню. Видел, они как крысы начали работать. Их вообще не видно. Да, они ныкаются. И это самое. Ну ничего. Урок понят. Вот этот пулемет, вот это пулемет. Да, никто не пошел. А теперь пошел. Теперь, блин, на Б никто не пошел. А чё ж вы за дейзерги-то такие, а? Но раш. Звездочка. Один. Два. Осторожно. Звездочка. Два. Три. Тихо. Тихо. Вижу врага. А там кто-то спалился сейчас. Ты очень громко топаешь, подруга. Шутки кончились! Вам конец! Повредить мне решила, тоже мне сволочь. Надо перезарядиться дегтем собачьим. Ой, зачем это сейчас запустил? Ага, крысята. В этот момент, кстати, скорее всего, был невидимый. Угу. Ну, когда я знаю точно. Моих союзников. Кого там воскресила коза драна? Их снова трое. Прочь с дороги! Я понял, кого она воскресила. Слепые глупцы. Спайк установлен. Блин, я зря глаз испортил. Это тоже моя. Остался один враг. Где же ты, один враг? Я с вашего позволения это закрою, да? Что, сломали? Ну, мы типа стали вдвоем все равно. Но все равно это было прикольненько. А, как пулемет работает. Я вообще кого-то попал? Да, я кого-то снес. Даже двоих, по-моему, да?
Это пулемет, которым не нужно целиться. Просто вот так вот машешь, если повезет, ты попадаешь. Мне так, по крайней мере, кажется. Да может он нехило. Я сейчас вижу, их крысячая позиция не сработала, потому что мы смешные. Они сдаются. Нажимают F5, они сейчас сдадутся. После 5-го раунда можно сдаваться в этой игре. Например, не голосуют за это. О, к ним 5-й вернулся, кстати. Я отойду. Вижу спайк. Вижу врага. Что там, здоровья мало? А ты не лекарь, да? Остался один враг. Слушай, тут тоже кто-то был. Я помогу. Он их один остался. Да, слушай, а мне не показали врага. Ограничу обзор. То есть она ее подлечила, а меня нет. А это в топее, чем она. Идеально. Хотя у нас идеальная победа. А если, короче, они проголосовали первый раз не выходить из игры, то они больше не могут. Лол. За эту половину игры. То есть ну, только нас поменяют местами. Ну, в моих точно, да. Потому что приятнее выигрывать, чем когда тебе сдаются. Когда тебе сдаются, знаешь, ты как будто не поиграл. Типа, чё? А так идешь 5-1 и так прям что-то прикольно. Что-то не появилось новых там обновлений. Следующее обновление уже пора, нет? Убить их Эдика. Все обновил. Вижу врага. Вижу врага. Ослеплю их. Я помогу. Я тебе прям вижу. Ослеплю их. Сейчас рванет! Все опасно, когда крикнул, сейчас рванет. Честно прям переживаю. Вижу врага. Оп-оп-оп. Враг убит. Их осталось 4. Кто это стреляет? Да черта с два. Сейчас я занят прям. Остался один брат. Че? Добавил телефон на всякий. А, окей. Это знаешь, где находится вот эту карту? Я понимаешь? Потом сейчас спрошу, хорошо? Здесь. Где здесь? Еще нужно исполнить свой долг. 30 секунд. Мое время еще не пришло. Исцеляю. Спасибо. Спасибо, что исцеляешь. Ты же топаешь, да? 10 секунд. Походу, это не здесь. Походу, это не бы. Да, мне кажется, победили. Я уже 3 раунда с этим пулеметом, никому его не отдаю. Может взять этот автомат? Держитесь, не успел. Мы их всех перебьем. Так, надо взять глаз. Жалко, глазов мало. Но как надо эти глаза, ты покидаешь, они очень хреново видят. Определенных. Вот под тебя сделаю красную. А, даже не пот, она получилась. Я испортил твои граффити. Ну и машинка поехала. Я так не люблю эту машинку. Она столько раз меня тормозила. Давай, подруга. Ограничу обзор. Сейчас, кажется, я лишусь своего пулемета. Раз и навсегда. Потому что. Тара-дара. Сейчас.
голосование приостановили. Ограничу. Серьезно? Потому что... они больше не смогут голосовать, потому что все, типа, бюллетень закончили, бла-бла-бла. Ай-яй-яй. Еще до голоса, до конца окончания голосования закончили бюллетень. Потому что его бросили все уже, да? Там, короче, очереди, там, я не знаю, много сотен тысячные стоят, а они такие, все, ага. Давай, до свидания, вы сегодня не попали. 30 секунд. Мне кажется, у них могут возникнуть проблемы из-за этого. Ну, как бы, политические игры такие... Очень палевно, слишком все. Очень топорно стали делать. Я говорю, потому что профессионалов все меньше, люди просто тупеют. Каждое новое поколение, оно, ну, не намного умнее предыдущего. Угу. По крайней мере, смотрю по нашему высшему образованию, оно прям все хуже и хуже. Образование вообще кажется вторым. И не только у нас, оно везде. Так, че? А чё, им силовиков везде выставили, несогласных, он убивает, Спайк и всё. Установлен. Так, давай без политики на моем канале. Это канал Леона Лоб, и тут, как бы, мы, кажется, сейчас проиграем, будет 6-2. Обидно, кстати. Да, ты шуми громче, тебя уже слышали издалека. Ну и о чем я тебе и говорил. Чё, кофе? Да. Чё, паузу? Да. Тра-та-та-та-та-та-та. Мы везем с собой кота. Котика собаку. Чё-то забияку. Обезьяны попугай. Эх, компания какая. Смотрите и учитесь. Смерть с небес. Вижу врага. Ослеплю их. Так. Шутки кончились! Вам конец! Ну, а где же ты, дружок? Сбоку не прочекал. Один прошел. Один точно прошел. Вижу врага. Все. Интересно. Понаблюдать за тобой. Ты не убьешь моих союзников! Вон они. Ну где это происходит? О, охотник запустился. Давай! Давай! Своих не коси! 10 секунд. Косило. Мы выиграли. Давай, 4 секунды, мы выиграли. Мы выиграли. Да, это победа. Как он быстренько туда убежал, а? Возьму это, и могу себе позволить вот это. Слушай, он взял это. Я возьму себе просто вот это. Серьезно. Репорт Жет. Жет это кто, непонятно. Высадим их. Репорт Жет кто написал, не понимаю почему. Та-та-та! Нарвался прям, смотри-ка. Это было неприятно. Мы так и пролететь можем. 4-5. Меня минусанули. Че у тебя там? Здесь какие-то движения активные. Хорошо. 4-4, так уже лучше. Очень плохо установлен барьер, очень криво. Типа заходите и играйте. 4-4. Работаем дальше. Такое затишье. Прям перед бурей. Да, слушай, он отомстил за меня.
Они, походу, никуда из они ушли. 2-4. Остался один враг. 1-5. 1-4. Отличная тактика, фигактика. Справа, право, право, право. Путь Спайк здесь. Ультимейт не готов. Я ж не понимаю, что там делаю, почему-то в ответку не стрелял, но мы опять победили. 8-3. Их жизни бессмысленны. Особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. Не выходи из комнаты, не совершай ошибки. Зачем тебе солнце, если ты куришь ошибку? На двери бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. Иосиф Бродский. Он же Иосиф был, да? Йося. Йося Бродский. Пошли! Пошли! Та-та-ра-та-та-та-та-та! Та-та-та-та-та! Прочь с дороги! Вижу врага! Вон они! Бери! Для тебя ничего не жалко. Так. Так. Один враг. Так очень скучно. Это сломалось. Это сломалось. Там что-то нет ничего. Это сломалось. Глаз. Ограничу обзор. Ой. А ведь он где-то там был. Ну, опаньки, и победа. Последний раунд перед смертью. Аж красный ствол. Я могу что-нибудь предложить. Кому что купить? У всех все есть, да? Я рейс тут, тут, я рейс тут. Почему так криво? Во. Вот так буду стоять. Ты своими стенами мешаешь все время. Ну ладно тебе. А все из-за твоей дурацкой стены. Я теперь без пулемета из-за тебя. Остался один враг. Вижу Спайк. Он здесь. Вижу врага. Да, и это тот, кто убил меня. Тормозуки кидай. Так, у нас смена сторон. Я могу позволить себе взять пистолет. Мы выиграли! И мы продолжаем, я думаю, разочек сработаем с вами в короткую. Зацитируем Бродского строчку: не выходи из комнаты. Так, закрасил. Hard to beat that. За дверью бессмысленно все, особенно возле счастья. Только в уборную сразу же вращайся. Ограничу обзор. Это мое. Там топает громко так. Ловушки, ловушки. Тушки, ловушки. Ослеплю их. Ну и где все? Осторожно. Где, блин, все? Минус один. Серьезно. Остался один. Я не попал. Я не попал. А он попал. И вообще не потому целился. Лмао.
Выходи из комнаты. Я совершаю ошибку. Зачем тебе Сорнса, если такую ошибку? Двери бессмысленно, все, судорога счастья. Только уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты. Танцуй. Забыл. Забыл. Если ты помнишь, как правильно дальше, то я с удовольствием ограничу обзор. Возьму волков. Вижу врага. Я вот не вижу врага. Опа. До двоих выскочил опять. Ну что ж за дичь-то такая, а? Клетка сработала. Отлично. Ой. Отлично. Сейчас рванет! Это плохо! О, это хорошо. Посмотрим, кто где прячется. Ага. Давай, сделай его. Ай-яй-яй, а не брал бы ножик, все было бы гораздо лучше и проще для тебя. Вот чеснок. До смены сторон один раунд. Короче, на А пойдем. Пекло! Впечатляет. Твое безрассудство впечатляет. Я покажу Бринстоуну свою мощь. Они падут! Вы слепы. Начинаем. Что-то наших опять прям колбасят. Время охоты. Да ладно тебе, с одного выстрела. А как с одного выстрела два выстрела в голову можно получить? Бам! И я упал. Я это услышал. Остался один игрок. Да, кажется, это 3-0. Ну что ж. Прям печальненько. Атака с этой командой — это не наша. Было две таких победы. И ярких, и отличных. О, золотое оружие. 30 секунд. Отлично. Осталось еще двое. А ты не выходи из комнаты. Не совершай ошибку. Плейнт. Давай, 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 давай. И это. И есть. Есть дым, давай сделай, или что ты там умеешь? Остался один. Вот это ты красавчик. Вот это ты красавчик, 2-1. Гуд. Прям впечатляет. Смена сторон. Как зажигает бридж? Учитесь. Впечатляет. Да. Не, реально впечатляет. Привет. Чувак просто зажигалка. Привет. Прям круто сработал. Спасибо. Добили меня. Но я одну их не снял, и это уже хорошо. Это уже делает мне чести. Блин, ты короче громко топаешь, чувак. Растяжку нашли. Вон, вправо. Давай, давай! Давай, давай! Клетка сработала. Отлично, работайте. Давай, давай. Спайк установлен. Они ушли на С. Что ж так истерите со своими мышками? Чё, кого? Остался один игрок. Ааа, это поражение. Это прям печально. Теперь дочь мне нормальное оружие, я хочу тоже повоевать немножко. Матч поинт. Это плохое оружие для... И нанесем удар. Прям очень плохое. Прям не знаю, что делать. Дэк. Приступаем. Ну они же, блин, опять не пойдут сюда. Один враг. Серьезно? Мы выиграли. Я взял волков. Волчары мои. А, это не волчары, это боевой стимулятор.
красивее покрашенный этот. Я ни одного выстрела не сделал за эту карту. Это где такое видано? Ууу, пулемет. То, что я люблю. 2-3, мы продолжаем. Отличная игра. Даже если мы сейчас проиграем, я вам скажу, ребятки, по чесноку, игра бомбическая. Так. Ослеплю их. Глаз. Прочь с дороги! Сейчас рванет! Да ну вас нафиг. Да ну вас нафиг, а. Время охоты! Ик. Они прошли туда. Спайк установлен. Готово. И это не ц... Нет, это ц... Стреляй так! Вижу нескольких врагов. Так, так, так. Вон там. 22 на строе. Это хорошее начало. Удар! Посмотрим, кто где прячется. Бежать! Остался. Давай, давай, давай. О, он лоханулся совсем. Нет. Это будет 2-3. Давай. Прям прикольненько. Да, похоже, ты перестарался. Решающий раунд. Командная есть, значит, я тоже кого-то попал, да, что ли? Так получается. Я не мог ни по кому попасть. Или попал, погоди. Вот что мне теперь интересно. Командная есть, так это каждый. А, их 4, все, я ни по кому не попал, просто. У них кто-то отключился. Ослеплю их. Вижу врага. Это мое. Вижу врага. Так, тут нет никого. Ультимейт готов. Они падут. Я перезаряжусь. Остался один враг. Вон там. Вон там. Вы серьезно? Да ладно! Ха-ха! Мы победили! Да! Подписывайся на мой канал. Леонолоб. Для тебя.